Всем привет, вы на канале TGames, и добро пожаловать на продолжение прохождения NFS Pro Street PPG Edition. Итак, именно здесь я тестил нашу ладочку. Я предлагаю тебе это заценить. Тоже уж погнали. Кстати, хочу добавить, что теперь лада точно на Stage 2. Я перед сериями после уикенда того еще чуть-чуть прокачал в гараже. Теперь она еще быстрее. Смотри, уже 240. Охренеть, у меня такого не было. 250. Но теперь она едет. И управление у нее просто офигенное. Че, вот шины на Stage 2 у меня опять же не хватило. 8000 стоит. И прям все. Дальше прокачивать просто некуда. Stage 3 на него какой-то выиграть, если вообще есть. Если хватит мощности. Эй, чё не переключил-то? Алло! Алло! Взял, не воткнул передачу, нормально? Сорян. Дай дэмэдж. Извиняюсь за мой инглиш, иногда неправильно произношу какие-то слова. Вот. Вот у нее пятая длинная какая-то, надо будет перенастроить. У нее шестой нет, я не знаю. 270, ты понимаешь, на ладе 270, это охренеть. А, здесь два. Фу. Я думал, это же нокаут, по идее. Фрэнк Малков, ха. Действительно, я понял. Тут по чекпоинтам тебя нокаутят. Интересно. И они так останавливаются на трассе. Прикол. Прикол. Ха-ха-ха. Нормальные машины. А чё она так? То едет на 250 спокойно, то не едет, да? Саманта наша. Хорошо, что кулы только 2, а не 7. Обычно это в нокауте. Фрэнк. Прикол. Трое остались. Интересно, значит, перетройки надо приходить. Мы узнали кое-что новое сегодня для себя. Гарип. То есть всем будет ландовый погнали. Так вот, я сейчас не посмотрел, надеюсь, здесь два круга. Окей, хорошо, отлично. Ты видел, как я его обошел? О, стой! Извиняюсь, здесь я тестил, кстати. Дом репейр, не хочу, зачем? О, винил Теза. Прикол. Какая сила здесь классная. Чё с пятой передачей у Лады? Чё её глушит сразу? Что-то или оно очень долго, или не знаю. Что-то быстро. Это прям очень глушащее.
есть еще и счет. Вот только так здесь. А так она едет офигенно просто. Надо и четвертую увеличить, мне кажется. Работает. Да идти на четвертую надо, где понизить? I've been taking notice as well, so I'm pretty sure we all have our opinions on Raven West. Sprint run! Matter of fact is, Nick Cooper has just been... Против Sony, ё. Ну, из Самары максимум 300 можно выжить. Не только километров в час, но и лошадей. О, все, что ли? Отлично. Нет, это... кто быстрее у нас? Хосе. Ого! Здесь стейдж последний поставил. White Body. Но он мне не зашел. Понял, спойлер. Классный спонсор. Да, надо будет поставить на вас спойлерок. Как тебе идея? Надо раньше азот. Так, где Хосе? Давай на тебя посмотрим. На чем ты там едешь? Ого! Ладно, я понял. Давай, азот, давай. У нас же его два. Еще будем не использовать. Это я такой себе. А могли бы. Нормально, ладно. Второе место и хорошо. Линкин Парк? Офигеть. Фейнт. Охо-хо-хо-хо. Так, погнали на вагоне на нашем 850 Volvo. Блин, ну тачка у него крутая, и ему бы прокачать Spallers. Блин, крутая машина. Он не выходит из 13, она. Не выходит она из 13, но продавать мне не хочется. Классная машина. Не знаю, что быстрее нажал. Было прям бзз. Ой, на пятую случайно. Я случайно. Два раза. Ну что, стоп? Нет, стоп было 75, по-моему, да. Horsepower. Ой, я отпустил.
Фига он го... Куда поехал парень? Сайянка. Ого! Абсолютно победил. Ага, это он был. Ну, я свой рекорд побил, это главное. Доминейтер. Уже? Полуроди, давай четвертый. Ну, у нас есть... Или нет, я не помню. И потом я, скорее всего, Stage 2 уже буду делать, если буду делать что-то с Интегрой. А погнали, подожди, что это, полмили? Ну тогда можно 850. Могли 18 сделать на ней. Вам 20-10. Нормально. Be like no other, не будь как все. Saints flow. Я думал, false start. False start. Узнал зотер, включил. Ну что, как надо. Значит, это переключим. Да, придется. Ууу, неплохо, слушай. Нормально. Первый, клево. Кто там, ты побеждал, да? После опять. Я не посмотрел. Купа. Опять как будто фолл стар был. Сколько там реакций? Что-то больно рано получается. А, Келли мне помешала. Ну, не особо. Я не посмотрел, какое время реакции. Ой, no. Где мой король Джирага? Интересно, когда Зидо Королексы? Скажи, тоже 10 рекордов или больше? Давай сохранимся на всякий случай. Вдруг всякие вылеты. Джарифто. Потом тоже прикупить норм тачку для дрифта, но мне кажется, нам пока с этой хорошо. Охо! Мы поехали искать нелегальных гонщиков. Если бы не заносило так сильно не в ту сторону. Так, нет, предлагаю все же что-нибудь нормальное на дрифт взять. Ну что, блин, ее носит по трассе, как не знаю что. А ее использовать там на грипп. Что-нибудь поменяется, короче. Отсюда. Я не могу просто перед это самое. Перекладку не могу сделать никак. Но все равно, я считаю, 2000 дрифта для этой машины это уже достижение. Ладно, до финала ничего не буду менять.
Полегче с ним. Я улетел, все. Время сложно управлять. Норм. Ты-ли-ли-ли-ли. Сейчас 1000 очков мы набрали. РПР Ферст. Это все знал. Надо взмотать кармане. Еще тут гонки, оказывается, открылись. Ничего себе. Птичка мне нравится. Так, ну ладно, следующая серия это будет уже финал вот этого. А пока что предлагаю на CVC-моде завершать серию. Всем большое спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока.